Приветствую, друзья! Меня зовут Алексей Крашенинников. Я артист оркестра Мариинского театра. Вот уже 14 год я работаю в нашем оркестре, ну и еще пишу музыку. От себя и от лица Мариинки я бы всех хотел поздравить с наступившей весной и представить свое новое сочинение, которое так и называется «Весна». Я надеюсь, оно вам понравится. Удачи вам и до встречи в Мариинке. Thank you.